Так. Так. Ой. Что это такое? Ладно, все. Всем машем, всем. Все снова. Привет. Так, продолжаем. Работу отсканировала. Все. Сейчас. Однажды думаю создать свою разукрашку архитектурную, потому что достаточно уже этих работ, которые в линере есть. Так что было бы неплохо. На этот раз я сделала так, чтобы вы видели и мою палитру. В этот раз не бумажная, чтобы катышки не собирались на рисунке. Вот. И посмотрим, что получится. Рисунок в целом белый, поэтому, ну, там желтый есть, оранжевый, красный, кирпичный, так, терракотовый, да, у нас он зовется. Такие, так, зелененькие, разные оттенки. Поэтому ладно, хорошо. Хорошего дня. Тем, кто не умеет, прям cool, да? Тем, кто умеет, наверное, тоже интересно было бы. Ну ладно, я пока начну рисовать, потихоньку продолжу, точнее. Все сохраню, все выложу. У меня даже получилось сохранить видео. Так, ну ладно. Hello. Hello, everyone. Спасибо. Так, надо взять фен.
Hello. Hello, hello. Welcome. Hello.
Welcome, welcome.
закончили, я думаю. Почти закончили. Сейчас еще кое-что доделаем. We almost finished. Maybe just some parts I have to finish, but in general I think it's okay. Okay, next. We have to save that for the next drawings. And that before too. Like this. And then here. And the last one. Like this. Okay. And now. This is the result of today's drawing. I don't know if you can see everything. Maybe there are some points I should finish or to change maybe. But for this moment, I think it's okay. Thank you for everyone who was with me all this time. For me, it's always very nice to understand that I'm not alone. Спасибо всем, кто досидел со мной до конца или был все это время, или периодически заходил. Мне всегда приятно видеть, что кто-то со мной в процессе. Вот. Так что на сегодня у нас все. Прямые эфиры я сохраню, и первую часть, и вторую часть. И увидимся на следующей неделе в прямом эфире, скорее всего, в этот же день, в среду, в обед по Москве. И на сегодня все. So, see you next week with our next sketch. I think that at same time, Wednesday lunch, or it's lunch time, Moscow time. Anyway, just follow me in stories and you will always be in time. So thank you. I will save all live translations, first part and second part, so you can try to draw these two. That's it. Thank you and goodbye. Have a good week. Всем пока.